Имя Василия Григорьевича Васина знакомо каждому, кто учится или учился в Самарском аграрном университете. Профессору 71 год, он родом из села Екатериновка. Рассказывает, после 8 класса пришло время определяться с будущей профессией. Тогда я решил поступать в техникум на агронома. А в 1976 году Василий Васин был зачислен на агрономический факультет Куйбышевского СХИ. После окончания вуза 2 года работал в колхозе имени Ленина Большечерниговского района. Там год за 3 считается. Очень тяжелая работа, очень мощный опыт, агрономическая работа. А потом я приехал сюда ассистентом, заочную аспирантуру, закончил, защищал кандидатскую диссертацию. В 1992-м Василий Григорьевич стал заведующим кафедрой растениеводства и земледелия. Совместно с профессором Надеждой Николаевной Ельчининовой они создали опытное поле и научно-исследовательскую лабораторию корма при кафедре. Теперь государственный стационар по кормопроизводству под руководством Васина получает экспериментальный материал. За его продукцией выстраивается очередь из российских предприятий. Своим студентам на одной из первых лекций я показываю слайд. Я стою на коленях и держу горсть земли. Вот так. Я стою на коленях в паровом поле и говорю: поймите, здесь, в этой горсти земли, жизни больше, чем население всей планеты. И мы должны управлять этим процессом для того, чтобы эта земля формировала урожай. Агрономический стаж Василия Васина 54 года. Из них 44 он преподает. За это время опубликовал около 1500 научных работ и подготовил столько же студентов. Ну, видишь, село. Я сейчас выйду, спрошу, кто у вас агроном? И меня сразу же отправят. Потому что обязательно я кого-то из... В каждом селе я кого-то учил. Это 100%. И даже тогда, когда я в Самаре какой-нибудь магазин большой захожу, вот, и я хожу, и если никого не встречу, я даже начинаю переживать, как это так. Говорят, пока дело ученого продолжают его ученики, то имя его незабвенно. Аспиранты, у которых сейчас преподает Василий Григорьевич, делятся. Для них большая честь учиться у такого выдающегося профессора. С Василием Григорьевичем, с Васиным, мы уже работаем с 2017 года. Работать с ним очень интересно, приятно. Так. Иногда волнительно, то, что рядом с тобой такой человек. Человек с большой буквы. В любой момент обратишься за помощью, поможет, подскажет, скажет, как надо, где надо, зачем надо. Вот. Не стоит на месте, всегда в прогрессе, на одной волне со студентами. Василий Васин 3 становился лауреатом губернской премии за выдающиеся достижения в области науки и техники. Также он был награжден почетной грамотой Министерства сельского хозяйства России и многочисленными благодарственными письмами. Однажды я услышал, когда Олега Ефремова спросили: что вы хотите от жизни? Он сказал: я хочу от жизни жизнь. Что я хочу сейчас? Я хочу работать. Я хочу наслаждаться вот этой работой. Я получаю удовлетворение. Я счастлив. Мария Ильчан, Василий Колдашов. События.